Естественно, не очень впечатление, потому что в первом тайме пропустили гол, потом сравняли. Во втором тайме думали нормально, все пойдет, но быстрый гол все перевернул наши планы, как говорится. И потом команда посыпалась, и уже было трудно как-то сравнять игру. И результат само налицо, как говорится. То есть второй гол, который «Спартак» забил, он стал переломным моментом? Ну, скорее всего, да. Он очень быстро нам забили, мы не ожидали такого. Вроде второй тайм начался такой резвый, и нам быстрый гол, и все посыпалось. На ваш взгляд, что изменилось во втором тайме? Потому что в первом тайме выглядели гораздо сильнее, так сопернику не позволяли ничего особо делать. Что во втором тайме изменилось? Ну, во втором тайме произошли замены, и более опытные игроки играли в первом тайме. Может быть, это, но которые вышли во втором тайме, тоже имеют опыт на этом уровне, я не знаю. Это игра, всякое может случиться.